Для меня сегодня большая честь присутствовать в сегодняшней церемонии передачи этого прибора для профилактики коронавируса. Сам уверен, что этот прибор будет помогать международному аэропорту повысить эффективность в эти дни между Китаем и Белоруссией. Проводит очень тесное сотрудничество в борьбе и профилактике нового типа коронавируса. И китайская сторона очень хорошо помнит, что в первые дни возникновения нового типа коронавируса в нашей стране, как наши хорошие, дружные белорусский народ дали нам очень своевременная помощь под руководством господина Лукашенко. Беларусь, китайская страна в духе всестороннего стратегического партнерства и в духе создания сообщества единой судьбы человечества, мы тоже дали своевременные помощи обратно нашему дружественному народу Беларуси. Это показывает высокий уровень нашей всепокотной дружбы. Руки за руку мы будем победить. Спасибо.